Всем добрый день! Меня зовут Ольга, и я рада приветствовать вас на своем канале, канале Оркоделие. И сегодня мы с вами будем подводить итоги ноября. Что я связала в ноябре, какие у меня планы? Извините меня, пожалуйста, за то, что у меня вот так вот в лицо светит солнышко, но вот такая вот появилась возможность заснять видео, но я решила ей воспользоваться. Поэтому и тут будут тени где-то, да, я попробую поближе показать работы, ну, чтобы было вам видно. Вот. Так, значит, с чего мы начнем? Начнем мы с того, что я в начале, ну, давайте, да, по порядочку, что я же связала в ноябре. В ноябре, значит, я связала манишку мужскую для мужа. Я где-нибудь вот тут вставлю вам фотографии этих двух манишек. То есть это клон. Я клонировала манишку. Вот. Получилась она такая же, в принципе, как и первая. И с некоторыми изменениями незначительными. Вот. На руках у меня ее просто нету, чтобы показать. Поэтому будет фотография. Второе, что я связала, это маленькие носочки сыну. Я их тоже не взяла с собой, не стала шуметь и искать их. Это носочки, вязаные из российской 100% шерсти. Я не раз об этом говорила, они уже успели даже закошлатиться. Несмотря на то, что у меня сыночек маленький, он еще только ползает. Вот. И их тоже просто фотографию здесь вставлю. Там небольшие работы, они у меня есть в Инстаграм. Кстати говоря, проходите в мой Инстаграм, подписывайтесь на меня, я буду очень рада. Вот. И давайте продолжим дальше. Дальше уже интереснее. Я буду все показывать, что же я связала. В прошлом месяце я показывала шарф-замотыш. И у меня там оставался совершенно маленький такой моточек пряжи. Этот вид New Mill Galles, по-моему, он как-то, или Galles. Ну, не знаю, как читается. В общем, это тот же самый твид, и весит он около 40 грамм. Это шапка бини, обычная шапка бини. Сегодня я ничего примерять не буду. Видите, у меня тут прическа. Вот. То есть, это обычная шапочка бини. Прекрасная. Тоненькая, хотя я ее вязала на троечке, но она тонкая. Вот на просвет видно, да, что она тоненькая. Ее можно носить в двух вариантах. Первый вариант это вот не как бини, да, она неплохо смотрится. И второй вариант, когда я ее, ну вот, вы понимаете, да, тут либо в эту, либо в другую сторону можно завернуть, и будет уже шапочка бини. Такие шапочки я уже... Нет, не такие. Поперечные бини я вязала и показывала в одном из видео за прошлые месяцы, совсем недавно. Вот. Шапочка мне понравилась. Она тоненькая. Не повторю... Ой, не боюсь повториться, что я шапки ношу даже в мае. Ну, в силу того, что, да, у меня болят уши, и я как-то вот пытаюсь все время что-то натянуть на голову, хотя бы капюшон. То есть не вопрос, если у меня шапка окажется летом в сумке. Вот. Такая вот шапочка. Это первая шапка. И в прошлом видео о процессах я показывала вот такие вот варежки. Еще спрашивала у вас, делать ли мастер-класс, или же все-таки лучше провести какой-то там марафон, да, в Инстаграм. Но что-то как-то мне тут, ну не знаю, не захотелось, что ли. Даже не лень. Вот попетельно сидеть вязать я не хочу. Объяснить я бы объяснила, но попетельно вот пальчик клином вывязывают очень много мастериц. Вы можете спокойно пройти в интернет и посмотреть. Единственная фишка здесь это вот такой вот узор. То есть здесь у нас шишечки и вот такой аран. Аран совершенно простой. На просторах интернета можно его найти везде. Шишечки тоже можно найти не везде. Единственное, что люди, конечно, хотят, чтобы было. Вот так вот зашел и по петелечкам все связал. Ну, я его что-то как-то не захотела, я не знаю почему. Здесь принцип построения это такой вот длинный манжет. И побежали через 2-3 ряда вязать клин. Какой же? Индийский клин, по-моему, что ли? Представляете, даже такая бестолковая. Не запомнила. В общем, сама зашла в интернет, посмотрела принцип вязания и связала варежки. В общем, я ничего не обещала, да, там я все пытаюсь от солнышка где-то вот так вот к вам встать. Я ничего не обещала, и пока что я не хочу проводить мастер-классы или же делать какие-то там даже обзоры.
в связи с тем, что мне пока интересно вязать. Вот прям все бы себе, да, все бы связать. Но вот эту работу увидела у меня знакомая и сказала, что она их очень хочет прикупить. И я такая думаю, ну давайте-ка я попробую продать. Ну а чего бы нет-то, да? Так мне жалко, и сейчас объясню почему. Следующее, что я связала, я все время чему-то учусь. Если здесь я училась вязать палец клином, ну вот это вот, да, по-другому, в общем, не как всегда, то здесь я училась вязать жаккард. Да, вот тут моя бирочка. Ну уж извините, тенечки везде, ничего страшного. Не претендую на фильм от Ольги. В общем, такое домашнее видео. Вот. То есть, это обычная шапочка, да, вязала я ее из детского каприза, да. Если интересно, на голову 55 набирала, но это, конечно, вот, знаете, все условно, шапочки я тоже набираю условно, потому что я пробовала вязать по мастер-классам, у меня ничего не получилось, они у меня всегда не сидят по голове. Вот это сидит по голове, но показывать не буду, ну, давайте вот прям с хвостом, ладно, померяю. Вот просто так. Все равно ее еще стирать. Сейчас буду лохматая, правда. Ну, чтобы не голословить. Видите, как она хорошо сидит. Ну, там, конечно, тут вот будет по-другому, да, понятно, что она не будет вот так торчать. Вот. Набирала, значит, 108 петель. И потом прибавляла еще 18 для того, чтобы здесь у меня раппорт узора лег. Тут такие елочки. Ну, обалденно. Мне очень нравится самой. Здесь, конечно, пряжа отличается по плотности. Извините, теперь я лохматая. По плотности она отличается, поэтому тут так помпончик бегает интересно, потому что тут пряжа немножко тоньше, чем вот здесь заявлено. Но все равно мне очень нравится, повторюсь еще раз. Ну, это вот на протяжении сегодняшнего видео, да, очень нравится, ну ладно, неважно. В общем, вот такая вот у меня шапочка. Вот этот весь комплект я еще связала снуд. Смотрите, что у меня получилось. Это такой вот тоже спортивный снуд, и вообще весь комплект подразумевает под собой, что он спортивный. То есть я подразумевала, что я буду носить и варежки, и шапку с курткой, с капюшоном, а под капюшон я вот хочу снуд. Я его связала, но на самом деле надо было его вязать немножко уже. За счет этого он бы, может быть, стоял, да? Ну, платочной вязкой снуд я вязала первый раз. И на самом деле так больше вязать не буду, потому что он вот так складывается красиво. Сейчас я вам покажу, раз уж лохматая. Складывается-то он красиво, но от ветра, так скажем, да, он не защищает. Видите, что тут получается? Поэтому мне пришлось тут придумывать вот такую вот фишку в виде полого шнура. Не спрашивайте меня, как вязать. Все есть на ютубе. Я тоже там нашла. И, в общем, связала вот такую вот вещь. То есть здесь будут варежки, шапка. И подразумевался пуховик, который я хотела купить графитового цвета. Потому что вот этот вот цвет такой моренго называется у них, по-моему. Вот это полушерсть. Ну, в общем и целом, мне безумно нравится этот комплект. И если у меня знакомая его не купит, я ни капельки не огорчусь. Себе-то такой, когда свяжу, неизвестно. Неизвестно. Так, лохматая, ну ладно. Так, лежать. Вот. Это что касается готовых работ. Ну, немного, правда, да, за целый месяц. Но помимо этого всего я еще вязала две вещи. Первая вещь, это я как-то показывала в прошлом видео, что я начинала вязать кардиган себе. Вот такой вот черный длинный кардиган из Нако Ангора Люкс, что ли, как-то называется. Из чисто-чисто черной пряжи на тройке. Представили, да? На 3,25. Представили себе объем, да? Вот такой вот он у меня по колено. Ну, естественно, еще не пришел ВТО, поэтому тут я думаю, что я аккуратненько заблокирую, и оно у меня не будет так. Вот так. И у меня остались здесь только рукава. Представляете, да? Напилила. А, самое-то хорошее-то. Ой, лапочки мои. Я думаю, что видно вам вот таким вот образом здесь узор.
Ага, Араны из книги Нургон, если я ничего не попутала. Взяла в свободном доступе в интернете. Ничего не придумывала, ничего не покупала. Вот, будет у меня такой кардиган. Когда он будет, думаю, что в декабре я его завершу. То есть эта работа, она будет работать декабря. Ну, если, конечно, что-нибудь у меня там не выстрелит, и я чего-нибудь не придумаю. Ой, буду прилизываться сейчас. Так, и еще одна работа у меня есть. Сейчас я вам ее тоже покажу. Это бобинная пряжа, это полушерсть. Я вам сейчас и бобинкой посвечу еще разочек. Вот такая вот у меня пыльная сирень, бобинка. Вяжу свитер маме. Сейчас вы поймете, почему я стою в этом свитерочке. Это по мастер-классу Светланы Коломиец. Маршмеллоу. Маме моей очень понравилась идея этого свитера и вообще сам свитер. Мы очень долго думали, какой же сюда пустить аран. Но я хотела что-то другое, да, потому что повторяться это же скучно. Но как мы? Ну, кружили, 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 кружили и пришли к тому, что, ну, вот это очень красивая вещь, и она хочет такой же. И вот, в общем, у меня... Ой, наступила. У меня вот на такой вот... Давайте отойду немножко, как-нибудь вам так покажу. Все в тени, солнышко. Надо было, конечно, снимать видео попозже, но у меня малыш спит сейчас. Поэтому уж ладно. Поверьте мне на слово, что это будет клон чуть большего размера и немножко другого цвета. Здесь пыльная розовый цвет, а здесь пыльная сирень. Ну и состав, конечно, разный. Тут состав получше, и вот даже так тактильно чувствуется, что состав здесь лучше, чем вот здесь. Для обычных людей это была бы колка. Это Нака N5, по-моему, цвет уже номер не помню, у меня где-то видео есть. А это бобинная пряжа, стоковая, поэтому говорить, где купила, что почем, вот смысла нет, потому что я смотрела, в том магазине этой пряжи уже нет. Ну, на всякий случай думаю, если мне не хватит, да, где же мне ее искать? Ну, придется сделать так, чтобы хватило. Вот. То есть у меня сейчас в настоящее время вот такие вот два процесса. Я хочу их добить в этом году. И если у меня останется время, да, я бы связала еще бы, наверное, какой-нибудь аксессуар. У меня там есть две пряжицы, которую одну мне дарила Виктория. Вика, спасибо. Еще раз и за спицы, и за пряжу. Она у меня лежит, и я прям ее очень хочу. Это кауни. Я ни разу не вязала из кауни, поэтому я очень хочу попробовать из нее повязать. И еще одна пряжица тоже, наверное, на снуд или на бактус, не знаю. Она такая тоже говорила, что я свяжу осенью, но осень заканчивается, и я ничего не связала. Будем вязать зимой. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, если вам понравились мои работы, мои начинания. И подписывайтесь на мой инстаграм. Я рада всех приветствовать. Быть может, я все-таки ну, как-то решусь когда-нибудь, да, сделать что-то типа мастер-класса в инстаграм, в рамках инстаграм. Ну, не знаю, не обещаю ничего, потому что вяжу. Вяжите, вяжите, вяжите с удовольствием. Всех люблю, целую, обнимаю. Спасибо за просмотр. Пока-пока.